Совершенно бомбический препарат «Новамин». Постоянно в аптечке. Для профилактики просто принимаем всей семьей по одной таблетке в день и практически не болеем. Ну, если в период эпидемии, то там немножко дозу увеличиваем. 5 капсул утром, 5 капсул вечером. В течение, ну, буквально 2-3 дней проходит все. Бывает даже сразу же на следующий день. Вот на ночь выпила 5 капсул. Все, утром стало как огурец. То есть никаких противовирусных препаратов, вот этих вот фуфламицинов, я в аптеке не покупаю. И еще очень важно хотела сказать. У меня родственница перенесла онкологию. У нее серьезное было онкологическое заболевание, и, лечилась она, прошла несколько химиотерапий тяжелых. Так вот, вот этот препарат ей был назначен онкологом для восстановления после химиотерапии. Она его принимала, и, девочки, я вам честно скажу, она встала на ноги очень и очень быстро. Сейчас уже прошло несколько лет, она ведет обычный образ жизни, работает, как бы все хорошо у нее, но вот этот новамин все время у нее тоже в аптечке. Ее лечащий врач-онколог сказал, что обязательно по одной таблетке в день. Он нужен абсолютно всем, потому что это самый хороший, мощнейший антиоксидант. Рекомендую, девочки, вот только из-за него можно быть в компании.